Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Меня зовут Олег Гуц. Сегодня я хотел показать в этом видео, как нам пополнить наш расчетный счет в нашем бэк-офисе МФБ-24 со Сбербанк онлайн. То есть, чтобы нам не ходить никуда в Сбербанк, а все это сделать дома. Что мы делаем? Мы нажимаем, то есть пополнить счет и в дальнейшем заказать карту. Нажимаем на кнопочку пополнить счет. Выбираем здесь Сбербанк. Счет зачисления. Выбираем расчетный. Ставим сумму. Вот я буду ставить, у меня недостающая сумма для заказа карты. Вот такая. И нажимаем далее. Вот видите, он мне показывает, что надо тут без копеек. То есть, значит, я ставлю 647. Нажимаем далее. Минимальная сумма 1000 рублей. Значит, ставим 1000. Ставим 1000 рублей и нажимаем далее. И вот он нам в бэк-офисе появляется, наши реквизиты. То есть мы что можем сделать? Если у вас, вы не пользуетесь Сбербанк онлайн, значит, вы нажимаете на печать, распечатываете эту квитанцию. И идете в любое отделение Сбербанка или не Сбербанка, любого другого банка, отдаете в окошечко и просите, что вот мне надо оплатить, и оплачиваете это все. И если у вас нет принтера, не на чем распечатать, да, что вы делаете? Вот нажимаете «Скачать», скачиваете, сохраняете на флешечку, идете в любую ксерокопию, просите распечатать, опять же, и все, и с этим распечатанной этой квитанцией уже в банк. Но я буду оплачивать через Сбербанк онлайн. Я вот, видите, заранее зашел в Сбербанк онлайн по своему логину, паролю, и я по вот этим реквизитам буду уже через Сбербанк онлайн оплачивать. То есть, что нам надо сделать, что нам, какие нам данные нужны. Теперь вот перейдем сюда, Сбербанк онлайн. Здесь нам надо нажать кнопочку вот вверху «Платежи, переводы». Вот, чтобы нам не искать, мы сразу вот здесь нажимаем, что как бы мы не нашли подходящего, да, и нам появляется форма по реквизитам, да. Просят нас заполнить номер счета, ННН, БИК и так далее. Я сейчас поставлю запись на паузу, заполню это все, чтобы не занимать ваше время. Вот я заполнил все свои реквизиты. То есть сюда мы ставим номер счета. Вот здесь мы его берем. Вот он, номер счета получателя. Вот он. Далее сюда ИНН. ИНН в квитанции. Вот он находится, где у нас. Не путайте. Вот он, ИНН. Сюда пишем БИК. БИК вот здесь находится. У нас вот он БИК. Все проверяем, все вводим внимательно. Проверяем все реквизиты. Все, ввели данные, проверили. Здесь выбрали карту, с которой вы будете оплачивать. Да, здесь вот... Сразу нам сообщение, что эта операция возможна только с банковской карты. То есть со сберкнижки это сделать нельзя. То есть надо, чтобы у вас была банковская карта. Маэстро или Мастеркард, без разницы. Или Виза, любая карта Сбербанка. Все, ввели данные и нажали кнопочку «Продолжить». Здесь нам показывают подробности нашего платежа, откуда списывается. Проверяем еще раз, правильно ли ввели мы реквизиты. Вот здесь, на данной страничке. Здесь пишем наименование организации получателя. Пишем. Пишем. Что мы пишем? Что у нас вот
ООО «Микрофинанс». Вот видите, общество с ограниченной ответственностью «Микрофинанс». Пишем. И нажимаем «Продолжить». Далее сюда вводим. Проверяем еще раз. ИНН, счет. Здесь ставим далее сумму платежа. 1000 рублей. И нажимаем «Продолжить». Пишем фамилию, имя, отчество. Адрес можно, я думаю, в принципе, не писать. Хотя я напишу. И назначение платежа. Назначение платежа копируем вот отсюда вот эту фразу. Пополнение персонального счета. Нажимаем «Продолжить». Еще раз все проверяем и нажимаем «Подтвердить по СМС». Сейчас нам придет СМС. Вводим СМС. И нажимаем «Подтвердить». И вот наш платеж выполнен. Советую всем, у кого есть принтер, вот напечатать еще чек. Вот сюда, если вы нажмете, то вы сможете распечатать чек. Теперь, после того, как мы оплатили, переходим опять в бэк-офис наш. Нажимаем «Мои счета». Видите, меня уже выкинуло. Вот, «Мои счета», и внизу вот у нас будет, это я страничку побольше сделал, чтобы видно было. Вот у нас внизу будет незаконченная, непроверенная, непроведенная операция, да? И мы здесь нажимаем «Сообщить об оплате». Все. И у нас здесь вот появилось такое ожидание поступления платежа. Но платеж, деньги сюда попадут где-то через сутки, если это рабочий день. Если выходные, могут и как бы до 3 суток, да, пройти. Ну и в принципе на этом все как бы. Деньги попадают к нам на расчетный баланс. Дальше мы нажимаем «Получить карту». И уже по этому поводу, когда мне деньги придут, я уже сниму еще одно видео, как нам уже дали деньги. Вернее, как нам уже заказывать саму карту. На этом все. Спасибо за внимание.